Короче, это какой-то полный трэш. Я пытаюсь тут добраться в новое место. Села, думала доехать на городской электричке. Села на городскую электричку, вроде бы, как мне сказали, что это она. Оказалось, что это не она. Это была Промеська, и я приехала на ЖД вокзал. Я с этим ноутбуком, с ноутбуком, со всей этой едой. Короче, тут вот такой вот люди, блин, прячутся. И кисть непонятно. Скоро должна быть. Я в ожидании, шановный пассажир. Бля, вот такие красоты.